Сосновый бор, живописный берег реки, окрестности с уникальной историей. И все это из окна вашей квартиры. Причем квартиры, построенные по эталонам самых современных технологий, из-за чего проживание в ней максимально комфортно, удобно и безопасно. Это реально? Общество с ограниченной ответственностью ВТП, компания по строительству качественно нового жилья в Беларуси, сделала это реальностью, предлагая квартиры в новом монолитном пятиэтажном 40-квартирном жилом доме в поселке Лужесна Мазаловского сельсовета Витебского района. Поселок с городскими привилегиями. Здесь имеются все возможности для качественной жизни. Магазины, аптека, почта, аграрный колледж Витебской государственной академии ветеринарной медицины, Лужеснянская базовая школа, детский сад, Витебское кадетское училище, на территории которого находится спортивный комплекс, удивительной красоты дендропарк Лужеснянского сельскохозяйственного техникума, памятник природы областного значения. Технологии, внедренные при строительстве монолитного 40-квартирного дома в Лужесна, имеют ряд преимуществ. Все квартиры в нашем доме повышенных потребительских качеств. В них сочетается как идеальная гладкость поверхности внутренних цементно-стружечных плит, так и высокие тепло- и звукоизоляционные свойства наружных пенополистирольных плит. Все это позволяет покупателям существенно уменьшить расходы как по внутренней отделке помещений, так и по утеплению наружных стен дома. Неоспоримым плюсом наших квартир является повышенная теплоизоляция. В нашем доме отсутствуют мостики холода. Это такие элементы конструкции дома, которые обладают повышенной теплопроводимостью и зачастую являются причиной возникновения плесени, конденсата, сырости и увеличением затрат на отопление. Так вот, в нашем доме их нет. А улучшение характеристик звукоизоляции мы постарались добиться как конструктивными решениями, то есть погашением звуковой волны при прохождении через многослойные ограждающие конструкции, так и укладкой полифлекса толщиной 10 мм по всей площади пола и укладкой минераловатной плиты по периметру помещения. Помимо повышенной тепло- и звукоизоляции, у нашего дома есть еще ряд преимуществ, которые касаются внутренней отделки помещений. К ней вы можете приступить практически сразу, как только получите ключи. Дело в том, что наш дом не дает усадки, поскольку нагрузка на стены осуществляется равномерно, ни трещин, ни деформации быть не может. Плюс еще ко всему это наличие внутренних цементно-стружечных плит. Во-первых, они очень гладкие, что существенно сэкономит ваши средства при их отделке. Ну и во-вторых, мы можем избежать опять же тех же пресловутых трещин либо деформаций стены. Еще существенный плюс в том, что внутри можно осуществлять любую перепланировку квартиры, поскольку стены здесь не являются несущими. Балконы же в нашем доме напоминают веранды. И по форме, и по размеру они отличаются от уже привычных нам. Дело в том, что площадь их составляет 6, а в некоторых квартирах целых 7 квадратных метров, что позволяет владельцам не только устроить здесь летнюю столовую, но и организовать места для хранения, тем самым освободив площадь жилых комнат от шкафов и комодов. А приобрести квартиры в нашем доме вы можете, заключив договор с обществом с ограниченной ответственностью ВТП и полностью оплатив квартиру, либо оплатив 50% заключить рассрочку от застройщика от 6 месяцев до 2 лет, а также воспользовавшись кредитными программами различных банков. Став владельцем квартиры в Лужесна, вы получите городской комфорт в чистой природной зоне, на берегу реки, вдали от шума и интенсивного движения городского транспорта. По вопросам приобретения квартиры в новом доме в поселке Лужесна Витебского района обращайтесь в общество с ограниченной ответственностью ВТП по телефону 66 41 47. Дополнительная информация на сайте vtp.by.